Сегодня ночью россияне отметят, пожалуй, самый неоднозначный праздник – Старый Новый год. Он возник в результате редкого исторического феномена – смены летоисчисления. Этого праздника нет ни в одном официальном календаре, но многие считают своим долгом встретить Старый Новый год. Обычно это происходит не так бурно, как 31 декабря. Тем не менее, МЧС по Саратовской области призывает жителей региона не терять бдительности, соблюдать правила безопасности, используя пиротехнику, и не злоупотреблять алкоголем. Особое внимание уделят автомобилистам. В Саратове пройдет акция по выявлению пьяных за рулем. По информации городского ГИБДД, всю ночь с 13 на 14 января автополицейские будут ловить водителей и проверять их на алкоголь. Такую же проверку на дорогах повторят в Крещенскую ночь с 18 на 19 января.